еда. Все у нас есть. Все. Ами чувствует себя хорошо. Она освоилась, животик зажил, швы сухие, все в порядке. Девочка очень нежная, очень ласковая. Спокойная, спокойная, как хомячок. Удивительный ребенок. А сколько ей досталось? С ней сейчас все хорошо. И уже есть семья, которая хочет ее забрать. Очень надеюсь, что ребенок скоро поедет домой. Очень надеюсь. Но сначала нам надо сделать прививки, чтобы ребенок мог выехать. Доброго здоровья всем, друзья! Если вы хотите нам помочь и поддержать, будем искренне вам благодарны. Мы спасаем с вашей помощью. Спасибо вам!